В Сочи вводится в эксплуатацию каждый год 600 тысяч квадратных метров. А у нас сколько будет? 15 тысяч будет, 20 по году. Жилья? Не жилья вообще. Нет, не. Вот вы понимаете, да? Плотность населения в Сочи 200 человек на квадратный метр. У нас 28. У нас же проживало 540 тысяч. Мы же не толкались. Места же всем хватало.